Оно у вас выкатилось, а я поднять решила. Зачем так грозно? Эус, Беус, Краснотеус. Ну и забирай свое яйцо, жадина! Все, с меня хватит! Хочу домой, не могу работать в таких условиях! Ты решила сдаться и уступить свое место в чистилище? Нет! Тогда найди камень, иначе навсегда останешься в Динамире. Мы так не договаривались. Как я могу выполнять ваши поручения на голодный желудок? О, это уже другой разговор. А на прошлой неделе мы с мамой ходили к морю. На берегу было столько аммонитов, мама съела тонны две. Теперь на диете сидит. Ты меня вообще слушаешь, Рекси? Да, я тут. Ты из-за Меган переживаешь? Мы уже несколько дней с ней не разговариваем. Она сильно обиделась на меня. Может, это и к лучшему. Она никогда мне не нравилась. Да что она вам всем такого сделала? Не обижайся, братишка. Меган хитрая и наглая, а ты честный и порядочный, поэтому тобой легко манипулировать. Энни, перестань так говорить о Меган. Она самая лучшая, а тебе у нее надо поучиться. Вот дела. Из-за какой-то вертихвостки так с родной сестрой разговаривает. Мы уже третьи сутки наблюдаем за этим старикашкой. Он только спит и ест. Послушай, надо будет, и месяц тут проторчим. Денвер явно что-то замышляет. Как по мне, в таком возрасте можно планировать только визит к святому тираннозавру. Идем. И в этот самый момент заходит мой отец, представляешь? Блэки, перестань, я сейчас лопну от смеха. Я рад, что тебя хоть немного повеселил. Спасибо тебе, ты очень хороший. Я смотрю, ты не особо тоскуешь. Рекси? Я упала, а Блэки помог мне дойти до дома. Не буду вам мешать. Иди, папочке пожалуйся. Что, правда задело, папенькин сынок? Обязательно пожалуйся, но для начала... Перестаньте! Успокойтесь! Рекси, ты слышишь меня? Что ты наделал, Блэки? Я? Да он первый полез. Он не дышит. Рекси, хороший мой, это я во всем виновата.
Конечно, ты! Убирайтесь отсюда! Я же тебя предупреждала, не найдешь камень бессмертия, не будешь со своим любимым. Так это ваших рук дело. А как ты хотела? Ты не выполнила наш договор, вот и получай. Ах ты мерзкая, дряхлая старуха, сейчас же оживи его. Не то я отправлю тебя в чистилище. С удовольствием вернусь домой. И отпусти меня, слышишь? Морда дедозавлячья! Сейчас отпусти! Ладно, ладно, верну я твоего любимого! Но учти, у тебя будет всего 3 дня, чтобы найти камень. В противном случае Рекси станет новым жителем чистилища. Поняла? Поняла. Эус, Беус, Краснотеус! И в этот самый момент заходит мой отец, представляешь? Блэки, не обижайся, но твои шутки очень плоские. Дальше можешь не провожать. Послушай вот эту. Чао! Круто ты его! Рекси, не ожидала тебя увидеть. Ты меня прости, я был неправ. Это ты меня прости. Я уже устала, мы полдня за ним ходим. С кем это он говорит? Хвосту своему не верю. Камень в опасности.